Но здесь мы, во-первых, приносим слова соболезнования семьям погибших и тех, кто пострадал. И, конечно, хотим отметить то, что недопустимо вот такие случаи халатности, которые проявили сотрудники и руководство этого детского лагеря. Отдельно мы, ЛДПР, предлагаем в обязательном порядке, чтобы все такие детские лагеря, спортивные центры, любые такие организованные места для отдыха детей должны быть согласованы и находиться под постоянным контролем со стороны местных властей, местных депутатов, глав районов и так далее. Потому что, конечно, местные люди, специалисты, чиновники, они намного лучше знают ситуацию в их территории. Если все программы по развлечению, обучению, там, спортивной подготовке будут согласованы с местными депутатами и с местными администрациями, то таких случаев будет намного меньше. Мы помним, недавно был случай на юге России, когда детей также повезли купаться на один из водоемов, и там была коса, которая все местные жители знают, что с этой косы людей, даже взрослых, не только детей, увозят, уносят течением далеко, так сказать, от берега. И дети, и даже взрослые тонут, потому что такое течение, такая скорость, что невозможно оттуда выплыть. Однако безалаберные сопровождающие повезли туда детей купаться, и тоже несколько человек погибло. Поэтому здесь обязательно вот такой двойной контроль со стороны всех федеральных ведомств, которые занимаются сертификацией этих лагерей, и местных чиновников, которые знают специфику каждого региона, каждого лесного массива, каждого водного объекта. Там как раз вот такие нюансы бывают. Дикие звери, какие-то опасные змеи, или вот как в данном случае водный объект, который при наличии штормового предупреждения появляется из самого шторма. Такие волны, и ветер, и необходимы совершенно другие меры предосторожности. Поэтому наши предложения будут в том числе обязательно всех работать очень тесно с местными органами власти.